Где Элис было справа? Сложно сказать. Миша, ты про что-нибудь при ковиде? Есть что посоветовать? Нет. Советовать врача. Врача гуглить. Есть информации много про... Олимп, подчеркиваю. Я не разбираюсь. Эль поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Ей, Олимп, Микер. Майкл. Да. Вчера не был на стриме. Да, ничего страшного. Но утром посмотрел записи тугов по КХЛ. Мои поздравления. Ей. ГГ кританул. Да. Пускай же эти редиски из КХЛ знают, что не надо недооценивать людей комьюнити. Да. Радости нет предела и одолевает чувство гордости за ГГ. Чань гратулатионс. Да, congratulations. Спасибо тебе. Я тоже пересмотрел, кстати, это тоже видео сегодня. Хорошее получилось. Много я мычал, много думал, но в целом быстро передали информацию ключевую. Да, и график Карифош. Здрасте. Это вырвиглазная трава, которая вытекает просто из монитора. Эти странные деревья. Ну, красиво, если присмотреться, конечно, особенно если у вас там... Ну, вы не стрим смотрите, а игру запускаете, она у вас четко идет. Выглядит красиво, но дико непривычно. Фокус против Элис. Надо было, наверное, зафиксировать. Сейчас же важно следить за состоянием в группе. Поэтому на втором мониторе я, пожалуй, открою... результаты матчей. И посмотрю, какой... Ну, Элис аутсайдер в группе. Фокус выиграл один свой матч, соответственно. Он выиграл Fortitude. А Элис слил Муну. Это мы видели в первый игровой день. И... Ну, собственно, это все. Наконец-то Варик с нормальным графоном. Можно и посмотреть, говорит Витя. Ой, слишком толстый, Виктор. Ильдар тоже вторит. Не то, что старая угловатая. Ну, я хочу сказать просто старичкам Варкрафта, что Витя, что Ильдар сравнительно щеглы по сравнению с большинством из нас. Вот. Не смотрите на их никнеймы с гаечными ключами. Иши, здравствуй. Еще пока не сделали новую дотку. Хотя, может, и сделали дотку на новом варике. На новом движке. Пион будет пытаться гнола добить, смотрите. Даже испугался, прикопал этого пиона. Выпала медалька жизни. Очень такой плотненький козел будет. Я писал, не нападает 5 минут, когда играл Варик по лану. Не такой уж щегол. Окей. В какой Варик ты по лану играл? В третий или во второй, или в первый? Ну, в первом нет сетевого режима, насколько я помню. Ну, вряд ли во втором. В третий овк. Ну, понятно, щегол. А я носил на дискетке своему другу карту, которую сделал на втором варике с героями. Для того, чтобы мы по модему поиграли с ним против нескольких компьютеров. Дискетки, ведь, понимаешь, трехдюймовые дискетки, на которых помещалось 1.5 мегабайта данных. 1.44, если быть точным. Столько, говорит, не живут. Да-да-да. У меня Дюна была на дискете, первый Дум. О-о-о. Все, пошли стариканы вспоминать, что они там на дискетках носили. Сколько что весит. Давайте к игре. Негатив, привет. Ну, смотрите, у Элис ничего сверхъестественного, собственно, как и у Фокуса. В рамках стратегии все очень... Но только крипрут интересный получился у Фокуса. Он довольно рано
начал вы, ну, с тремя грантами и блейдом убивать мастерскую. Я не думаю, что ему нужна именно мастерская, ему нужен предмет здесь зарядный, хорошего уровня, видимо, для Сахии, ну или для блейда, там 50-50. Так, да, мана стилинг выпадает, чушь. Кто кого крипджекает? Обычно здесь приходит эльф, крипджекает орка. Сейчас получается наоборот, под свитком скорости начинают нарезать козла. И он уходит чудесным образом, просто там жизни не оставалось, там полоска просто вся черная была. Опять же, не против черных, но полоска была просто на грани. Саблезуб говорит, кстати говоря, что вы планируете проходить после XCOM? Я не планирую больше, чем на год, поэтому пока сложно сказать. Там повыходят наверняка какие-то новинки, что-то интересное. И... А пока не знаю. Два виспа идут в бой. Он будет пытаться как раз Сыху под это самое... поджимать, пытаться ловить на крипинге. Подождите, там две лорницы строятся? Я деревья не узнаю, просто эльфийские. С желтым отливом это же лорницы у нас всегда. Вот это стратегии. Так. Появляется первая виверна, очень, очень грамотно, учитывая то, что там всего одна арча. У эльфа базы, как мы видели, строится. Кажется, там маздриады просто будут. Это интересная стратегия от Элис. Она мега древняя, но весьма может быть опасно эффективной. Ну, в сочетании с экспандом, естественно. Блейд рядышком нарезает козу. Да, это две лорницы. Давненько я не видел двух лорниц против орка. Просветка. Ну где прикопка? О, истырил большую бутылку жизни. Какой лопух вообще этот Элис? Блейд был рядом, ты знал, что и Блейд рядом. Просветил криво. Блейда не прикопал. Мана была. Не, это для бабушки 2.0. Главное сейчас не зевнуть экспанд. Хотя тоже не обязательно. Видите, фокус свой эксп ставит. Против дриад можно затягивать игру. То есть вот как раз смысл в том, что они ситуативно полезны, как только выходят. Гарри Поттер им бы, да спокойно, что ты, выдыхай. Хотя у него могла быть такая же реакция, ну, первичная, так скажем. Но уже прошло два года, поэтому... Ваш канал на 100 рублей сообщает Михаил. Так. СПС за ВК. Только начали. Совершаю ритуальное жертвоприношение. Надеюсь, Мун выдаст что-нибудь креативное сегодня. Посмотрим, посмотрим. Спасибо тебе за соточку. Так вот, дрядки, они такие, они на старте хорошие. Но если ты остаешься на козах надолго, то либо ты Мун и умеешь их контролить как царь, невзирая на увеличенное количество там урона со стороны врага, распределять нормально потом свитками, контрить полученный урон. Либо ты теряешь в эффективности постоянно. То есть, что дриады против андеда, когда нормальное количество финдов уже хрен проконтролишь. Что дриады против орка, когда тоже урон такой заходит, ну или контроль со стороны орка. Сложно что-то сделать. Вот, поэтому козочки, они хороши для того, чтобы вот ситуативно преимущество закрепить. Ну и потом там подмасить так, чтобы просто отбиться от олейновой атаки врага. Но у фокуса другая ситуация, он строит догоняющий эксп. И в таком случае, на мой взгляд, дриады вообще
ну, для него не будут проблемы. То есть прокачанный Блейд, прокачанный СХ, они даже вдвоем хорошо справляются с козами, с хорошим лимитом коз. Главное, ну, подзатянуть немножечко игру, чтобы козы съели лимит. Ну, и эльф посидел бы на этом лимите. Опа. Нет, фокус довольно уверенно себя чувствует, лезет в бой. Хотя вроде как не обязательно было. Убивает первую дриадку, диспелит сразу энтов, отконтраливает. Хочу обратить внимание ваше на виверну, которая сейчас залетает, к сожалению, слишком далеко ее можно фокуснуть. Но она нанесла уже очень много урона, сейчас ее там фокусят. Еще одно лечение. Шаман падает, прорвались к этим, к шаманам дриадки. И Блейд нарезает четвертый, смотрите, в кучу. Еще одно лечение у Сахи. Там стафы периодически. Лимиты более-менее равны, но Саха четвертый. И размены эльфу невыгодны. Невыгодны. Это 1-0. Виверна жива. Ух. Ну там лес, он использовал очень грамотно. Лес уводил Виверну за лес. Вижена нет, не убить. Алхимика бьют, у него нет инвула. Козел пытается его спасти, передать инвул. Не удается, падает алхимик. Ну все, в общем-то. Кто такая Элис? А, козла-то тоже не... Он не убежит. Что? Рейдеры, вперед. Его же через 2 секунды отпускает. Оп. Сеточка раз. Сеточка два. Пурч. И минус козел. Ну, выходить можно уже. Там пробегает эльф то ли энтами, то ли еще кем-то, не знаю, на экспант орковский. Тут должен был достроиться уже, его так просто не убить. А, дриадами, козами. В смысле, козами и хантресками. Норк сейчас убивает просто экспальфийский. А вот этой армии ты не можешь быстро убить базу орковскую. Ну, там урона мало просто. А тут... Русич поддержал ваш Русич, канал привет. На 100 рублей и сообщает. Здравствуй, Миша. Здравствуй. Ты есть Джиш. Да. Порадует. Вчера порадовал, говорят, я не видел. О, подрывники, а вот подрывниками можно. Правда, не показали нам, к сожалению. Сбил, и подрывник тоже не помог в результате. Падает сверху, сейчас штраф еще 2-3 юнитов. Раз, два. Диспл дриадом, пишем ГГ, выходим. Ну, от Элис невнятная игра. Очень грамотная игра от Фокуса. То есть, ну, я несколько сомневался, что целесообразно было сражаться там, где он сражался. Можно было к экспанду немножко подвести. Но Фокус был уверен, что справится с козами. Вот, под коз обычно, блин, берут панду какую-нибудь. Ну, хотя алхимик тоже неплох. Лечение-то работает. Короче, все пока по сценарию идет. Ничего сверхъестественного. Сейчас я иду вернусь, сделаю себе чайку. Михаил, make congratulations, говорит Дворф. КХЛ почти побежден. Следующий на повестке, видимо, дня НХЛ. Да в том-то и дело, что проблемы только с ними. Мы же с правообладателями работаем. У некоторых есть даже права на сайте, что они мониторят трансляции и удаляют, если там кто-то спорт их транслирует. Это только с этими товарищами проблемы. Это был, кстати, один из аргументов, когда мы на суде, в том числе на последнем. То есть 13 лет работы сайта, и как бы один судебный иск только от этих упырей. Понимаете? 就是属于他非常会打的那个战术，你看这波团这边就是一个王一条人命。对，你很明显的剑圣砍一个，然后狼骑抓一个，一人抓一个。然后这把这一波其实还是有女猎手的，要是没有女猎手的话，这个正面可能小鹿直接就被贴到了。这边好不容易想换掉一个狼骑，直接一本全部，先救了一手。是，这整体团战来说就是精灵的战损是巨高无比。嗯。 Гарри Поттер Имба говорит, как же горит с этого видоса. Ты серьезно не следил за историей? Для тебя что-то новое? Я не пойму. Очень странно.
А ведь правда, сейчас все, кто пострадал от КХЛ в этой схеме, пойдут в суды и начнут пересматривать дела. Не, они... Вивоби, ты серьезно? Там же уже срок апелляции прошел. Какой пересмотр? Ты же в суде работаешь. Они не могут уже сделать ничего, если сроки прошли. Все, говорят, пойдут. Кто скажет? Что? А ты точно прям компетентный товарищ? По новым обстоятельствам могут пересмотреть вступившую силу. Реально? Какие там новые обстоятельства? Доследил, просто обновил в память. Да. У меня это восприятие было как бы на протяжении более длительного промежутка времени, то есть не такое яркое, более размазанное, но... Двор говорит, вчера смотрел игры Фоги, так уверенно он еще не побеждал на голде за все время, сколько играл. Хотя Суи обыграл Лавлиет и довольно легко. Видимо, Фоги боялся тебя разочаровать. Ай. Надо Фоги передать, что он молодец. О, Ютон, привет. Мэлойс говорит, по-моему, ГГ просто пронесло и повезло, что так вышло. Да. Чисто лак. Просто никакого скилла, только лак. Это прецедент, так что возможно. У меня... Ну какое? Это же не... Короче, забейте. Новые дела, да. Ладно, толсто получилось. Да. Слишком очевидный был троллинг. The Yo говорит, поздравляю за заслуженную победу, и злоповержный император торжествует. Какой император? Яндеку все говорят, что он лакирок. Я, кстати, не пробовал, надо попробовать его лакирком назвать. Как он среагирует. Чисто лак. Ну, написал, повезло, как бы. Привет, опоздал к началу. Как тебе платится подружки стол? Это первое, что мы увидели, и первое, что начали обсуждать. Мы одобряем. Стол, конечно, лопух. Ну что ж, вторая игра. Напомню, что в рамках группы каждый играет с каждым, и... Ну, Фусайт выложил розовый ГГ. Какой ужас. И играют они две карты. Как бы то ни было. Вобла говорит, привет, Михаил, наконец-то есть время посмотреть Варе. Какие планы на сегодня? В личку пишет. Зачем ты в личку пишешь? ЛС вышел. Ох, вышел ЛС. Это значит, если у тебя вышел ЛС на ГГ, значит, ты на Твиче время проводил. Пес. Значит, ты поставил собаку и пошел писать Майкер. О, Вобла, признавайся. Значит, на нас у тебя времени не было? Ой-ой-ой-ой. Расскажи, где ты был, что смотрел. О, такой еще ЛС вышел. Гномик вышел. Да, чей-то налил. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Мы послушаем сейчас, мы послушаем Воблу. На Ютубе тоже собака, дай ему шанс. О, нет, все. У Андрея Дреда голуби в курс. Больше я, наверное, никого не смотрю. Ладно, Дредуха — это классика. Дреда можно. Он на ГГ стримил. В бородатые вообще времена. Мы лежали вообще как могли. Ледокол не справлялся с нагрузкой. Да там никто не справлялся с нагрузкой. Все понятно, ну хорошо, что выбрался, хорошо. Тесак, привет. 69. Добро пожаловать. Сегодня у нас классная программа, такая же, как и позавчера. То есть сначала Warcraft, а потом XCOM.
Так, Блейд пришел уж готовиться добивать ради экспы и книжки. Не книжки. Предмет здесь падает, Миш. Грант за виспом, там через скамейку не может пройти. Убить виспа не может. О-о-о, посыпался Элис. Просто сливает Арчу. Ну, ё-моё. И тут еще Энта ловят в сетку. Он не может участвовать в сражении. Крайне сложно эльфу. Взял реплашмент поушен. Нет, Триссандры... Триссандры, нет, 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 царапай, нет. Прыгала, не допрыгнула, впилась просто лапой в штаны. Это был неприятный момент, учитывая, что этот котенок весит уже 4 килограмма. Подчеркивание, Энна Динкман, подчеркивание, поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Ну что, вжухнем за Хашка и его кристалл бол. Что ж. Сегодня у Хавка Чаймика, да, ведь? Вчера Лин, сегодня Чаймика. Дикие корейцы. Добивает, получает второй блейд. Не, я за фокуса. Я просто... Ну, во-первых, не все эльфы одинаково полезны. Некоторые просто строят козла и как бы думают, что прокатит. Во-вторых, надо уважать в том числе игроков за... Ну, не то чтобы за выслугу лет, а за стабильную высокую игру на протяжении, да, длительного времени. То есть фокус — это такая... как бы это сказать? Как бы это сказать? Такой образ, такой игрок, который постоянно в каком-то топе корейском мировом находится. Мастодонт Варкрафта. Во, мастодонт, отлично. Бабушка-машина. Вот. За рабочий стаж и выслугу лет. Чтобы пенсию выдавали варкрафтерам. Хотя зачем им пенсия? Этих товарищей. Инком хороший. Фокус, пора что-то крупное затащить. Так он в этом году выиграл турнир, кстати. Именно вот международный. Ну, в смысле, там, где все были. Ну, кроме Хэппи, наверное. Ну, учитывая то, что его нигде нет, так что пофиг. Хотелось списаться Блейду, но его просветили. Сейчас возвращаться очень опасно. Развел еще на одну просветку. Сейчас уже точно не подойти. Козел добивает Огра Большого. Выпадает ему амулет маны. Там были все, кроме Хэппи и денег. Блин. Интересно, интересно. СХ у фокуса в этот раз крепится еще более свободно. Только кажется, в прошлый раз у него был Хекс на старте. Потому что контактная игра начиналась. А в этот раз Мейки. О, и сейчас хороший момент. Во-первых, Т3 у эльфа. И Древо Ветров, понятно, в талонов играет. Ты хоть деревья отменяй. Короче, Элис поплыла. Или поплыл, я не знаю. Выдыхает, все, там, язычок, все, губки прикусываем. Типа съел. Ну, я бы вышел, если честно. То есть, такое впечатление, что он... Он знает, что против фокуса дефолтом современным не сыграть, ну типа Кипер, Алхимик, Экспанд, что фокус готов. И он думает, а как еще можно сыграть? Ну как можно сыграть еще? Ну можно сыграть две лорницы, а можно сыграть еще в две... Ой, красава, фокус, верти, верти. Какой персональный, главные комментаторы на этого рабочего с... Ну, что-то я не слышу криков. А тут Блейд отменяет уже в третий раз дерево, и сейчас четвертое дерево слева отменит. А тут попытка крипджекнуть, и крипджекует эльфа.
Мочи ушастую имбу. Ну потому что надо на игры со звездами приходить подготовленными, а не как ты.